Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас с вами видеообзор на белый шоколад, воздушный. На белый шоколад у нас еще с вами, по-моему, не было обзоров. Так, здесь 85 грамм даже. Вот, и давайте посмотрим, что же на нем такое написано. Вот здесь у нас состав есть. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Такая, знаете, она легенькая. О, пузыриками. Даже как-то, честно говоря, не заметила, что она такими длинненькими. Мне почему-то показалось, что они квадратные. Довольно смотреть, как она классно выглядит. Такая беленькая вся. Плиточка такая. Пузырчатая, пузырчатая. Она, кстати, такого желтого цвета, такого желто-яичного. С молочком таким, такая нежно-нежно желтенькая, такая красивая очень, не белоснежная. Так, ну и давайте же ее попробуем. Здесь много-много пузырьков, как и обещают нам здесь на упаковке. Пробуем. Шоколад прям молочный, такой аромат молока, вкусный, но приторно-сладкий. Для меня, конечно, это минус. Но очень вкусные пузырьки такие, интересные. И прям его кушаешь, кажется, что что-то ты ешь такое необыкновенное. Очень вкусно. Так, давайте попробуем еще разочек. У нас уже с вами традиция пробовать по два раза. Немножечко жестковатый такой. Ну, блин, прям приторно сладкий, ужасно. Но, в принципе, вкусный такой, хорошенький. Такой довольно ароматный. Такой, в принципе, мне понравился. Для любителей как раз воздушных таких шоколадок с пузыриками, как раз это прям будет самое то. Очень вкусный. Его можно, кстати, он... На вид выглядит очень красиво, его можно, в принципе, подарить, купить, поесть, угостить. Вкусный, мне понравился. Но приторно-сладкий, это, конечно, небольшой, наверное, такой, может быть, даже минус. Всем спасибо за просмотр. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, путешествия. Как мы с сыночком живем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 года. Также обзоры на продукты из магазина Fix Price, Светофор, Победа. Обзоры на технику, видеокамеры, Bluetooth наушники, батарейки. И все-все-все такое. Там очень-очень много всего интересного. Заходите, смотрите. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии, свои отзывы пишите под этим роликом на канале YouTube. И с вами был канал Art Money. Всем пока-пока.